Скачиваю новую игру, сразу скачиваю радар на новую игру. На любой шутер, который играю. Убил пистолет? Дал ему, не знаю, дал ему, хорошо. Убил. Ты главное тому человеку не говори в комментариях. Ну или можешь сказать, кстати, зайти. Там надо аккуратно очень комментарии открывать. Там полыхнет еще больше, чем сейчас полыхает. Тихо. Встала. Снизу подбегают. Подбегают от черного входа. Да, и от черного тоже. С двух сторон подбегают. Один минус. Тихо. Много. Забежал к тебе. Тихо, тихо, по мне, блядь, стреляешь. Я сказал на камнях. Ты что, блядь? Аня, блядь, ты что? Ну, капец просто. Меня убили, пока вы там орали. Вот. Ну, по мне два раза Аня отстрелялась, блядь. Чё я тебе могу? Я понимаю. Ладно, я умер еще. Там капец. Там справа по коням, слева по камням, где трупы. Да, по камням много. Отступай, отступай. Ладно, извини, слушай, я что-то рэнду про. Это что? Не знаю, это что-то. Сзади поднялся у нас, да? А, тут тупик шипно. На улице, да? Да. По железу. Ты? Я железо. Я выше поднялась. Говори. С левой стороны сидит. Минус один. Угу. Где с левой? Внутри, да? На улице. Значит, внутри еще в здании с левой стороны сидит. Ты ходишь? Я походила чуть-чуть. Встала. Это он, да, ходит? Да. Понял. Он на первом этаже. А один в этих... На крыше водолазной. Минус. На крыше, да? Да, крыша водолазная минус, да. На первом этаже еще должен быть, значит. Ну, тот, которого я видел с той стороны. Тихо. Дам грену. Под взрыв грены поднимись на этаж. Попробуй его расчекать. Давай, раз, два. Давай. Это я? Тихо. Это ты, все. Блять, сорян. Хилься быстрее. А где он тогда? Он же здесь был. Гараж. Хилься. Я-то иду вниз. Понял. Минус. Там, где по двери попало, там кто-то тоже сидел, может быть, за дверью закрыто, понял? Там, где мы встретились, дверь закрыта. А, комната-то? Да. Вон с той комнаты выбежал на улицу, я убил на улице его. Все, значит, этот, хорошо. Хилку надо? Не, нормально. Вроде успел спрей остановить. А что, этого есть подсказка? Давай, смотри. А он Мэтта собрал. Ты с калашом был, Мэтт? Я не с калашом, у меня мутант. Мутант? Ага, вот, значит, твой мутант я нашел. Я за черным входом прям лежу. А он тебя собрал. Тогда ничего. Тогда да. Он не мог провалить? Да, мог, наверное, я не знаю. Мне показалось, я убил его. Хрен его знает. Тебя убил Дордан. Я Дордана убил. Ноги торчат? Серьезно? Где там ноги торчали? Мне бы воды надо. А, вот есть вода, нашел. Ух! Он левее был. Не было его левее. Ну, то есть, может быть, и был, но
Я его не убил, короче. Мне показалось, что он крякнул как мертвый, но он крякнул как живой, походу. Самолет прилетел. Пойдет. Как мы друг друга не убили, блин, хрен его знает, чат. Бегает внутри. Двое. Лазер красный. Он в этом, походу, в ящике, где Мэтт мне показывал ящик. Ну, хорош топать-то, ну. Могу гранаты туда оформить? Давай, давай, он там сидит, в нем. Ну, он оттуда не выходил, я не знаю. А если он пережил, то это... Да, ну не, мертвый, мертвый. Нет, не мертвый. В смысле, блядь? Ты умер? Нет, я убил его. Пустился минус первый. Тоже минус первый, да. Справа. Справа кто входит. Слышу. На балконе. Враг. Убил. Ну вот, значит, второй. Замрите сейчас все. Замерла. А, да, ты ходила. Звук странный очень. Я на улице. Симба вроде никого. Че они там, балл? Я лыжники. UMP. О, я нашел, где разведданный спальник, короче, в этом стороне. Аня и сейф теперь неразлучны. Ха. А, не надо еще шайтана опередить перед этим, понимаете? Голову, голову. Он да есть, интересно или нет. Подвал. Нижний отель пойдем. Даш. Я бегаю. Сидит на Симби 2 крыса. По-моему, два хеда. Ты что, убил двоих, типа? Да. Там какие-то длинные винтовочки. Я пойду, наверное, проверять. Пойдем. Второму, может быть, конечно, не хэт, но кровь такая прям на уровне головы на стене осталась. Они там проваливаются, да? Ага, а нижние чеканы. Вот чувак сначала не нижний убежал. Да может быть. Там голый, я же говорю. А, он живой, слышишь? Бил. Был живой. Смотри, еще может сидеть. Да. О, еще один. Был? Да. Второй тоже живой был? Нет. Я думаю, это третий. Это третий, да. Сейчас четвертого найдем, проверяй. Главное не кувырнуться отсюда. А тут разлутый нож, да, лежит? Да он друга своего разлутал. Это чё они? Иди, ты с собой набрали целую сумку. Ну, я же говорю, они тут надолго. Ок. Там не было у них какого-нибудь стыка? Был, был. Я дал вогу, она отрикошетила вообще... Жопу мира улетела просто. А, тут с СВД, мужичок-то. Самолет. Дроп. Я вообще ничего путного в комедии там не нашел. Ах. Иван, здорово, спасибо. Выхожу. Титаныч, я подхожу. Это... Я сзади, ты без микро сейчас. Я знаю. Один на главном входе, один на тот пистолетом. Убил пистолет? Дал ему, не знаю, дал ему, хорошо. Убил. Один на главном входе, где шлагбаум. Ага. Там труп у машины. А, я убил его, значит. Ищем еще. Да? Но... Ну,
возможно, там еще в бассейне кто-то лежал. С их банды, походу. Крестный отец вон. Вот фазер. Но пистолетчик явно заодно, 2.57, на одинаковые броники. Годфазер. А, тоже Годфазер? Ух, пойдет чё. Так, ну калак мы убираем, нафиг. Голову. А, так они все крестные отцы, ёшкин кот. Даже внимания не обратил. Нет звуковухи, наушники за 2К, я все слышу. Ты, главное, тому человеку не говори в комментариях. Ну или можешь сказать, кстати, зайти. Сегодняшний ролик про М700. Там полыхнет еще больше, чем сейчас полыхает. Только заходи аккуратно в комментарии там, потому что жаром прям веет от этого видео. Прям вот открываешь, сразу жар такой, как вот в бане, знаешь, в лицо сразу идет. Там надо аккуратно очень комментарии открывать, там... Это как под видосом с СКС-кой тоже. Я просто так сварочную маску вот так одеваю и в комментарии захожу в сварочной маске. По-другому никак, потому что... Написал ему, да? Муви. Хорош. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.